Партнер рубрики – магазин «Цветущий сад». Большой выбор семян, цветочных растений, овощных культур, растения в горшках, удобрения и подкорм. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об орхидеях. На сегодняшний день довольно большое количество видов и расцветок. Но сегодня мы поговорим о такой орхидее, как цимбидиум. Она не столь давно стала популярна, но завоевывает сердца людей с каждым днем все больше и больше. Цимбидиум – один из самых непритязательных видов орхидей. Содержать дома это растение совсем несложно, достаточно лишь соблюдать несколько основных правил. Орхидея цимбидиум не переносит высокой влажности воздуха, поэтому опрыскивать ее не нужно. Эта орхидея любит перепады температур. Они вообще родом с высокогорьев Гималаев, где дневная и ночная температура, перепады образуются до 20 градусов. Поэтому летом, после того, как закончатся заморозки, лучше выносить их на улицу. То есть, кто проживает в частном секторе, проще, кто проживает в квартирах, сложнее, но в большинстве своем у людей есть балконы. И вечером можно выносить их на балкон. Они будут чувствовать ночью ночную температуру, днем дневную, и это простимулирует их цветение. Поливать цимбидиум следует лишь тогда, когда субстрат, которым растет ваша орхидея, полностью пересохнет. Лучше всего это делать раз в неделю. Берете емкость чуть больше кашпо, в котором находится цветок, наливаете туда воду, обязательно, чтобы она была отстоявшейся и комнатной, ближе к теплой температуре. Опускаете, оставляете где-то на час. В это время можно добавить подкормку. Орхидея цимбидиум отлично реагирует на горячий душ, поэтому можете поливать ваше растение именно таким способом. Все орхидеи пересаживают только после того, как они отцветают. Пересадка рекомендуется только если горшок становится слишком тесен. Так как цимбидиум довольно быстро разрастается, его в дальнейшем можно будет разделить на несколько горшков. Купив этот шикарнейший цветок в нашем магазине, он будет радовать вас своим цветением довольно долго, до 3-4 месяцев. После того, как он отцветет, нет у него периода отдыха, он вновь набирает новые листья, новую стрелочку, новые бутоны и далее радует вас своим цветением. Следуйте этим простым советам и пусть данный цветок радует вас очень долго. Приходите к нам в магазин, если возникнут какие-то вопросы, мы вам подскажем и поможем. Партнер рубрики – магазин «Цветущий сад». Большой выбор семян, цветочных растений, овощных культур, растения в горшках, удобрения и подкорм.